Привет, ребята! Попробуйте отгадать загадку, о чем мы сегодня будем говорить. Слушайте внимательно. Их ровно два, без них никуда. Слева брат и справа брат. Все слышат, но молчат. Уже догадались? Если нет, вот варианты ответов. Выбирайте. Наушники, уши, радио. Молодцы! Правильный ответ. Сегодня вопрос о наших ушках. Привет, меня зовут Вера, мне 11 лет. И у меня есть вопрос, почему в самолете закладывают уши? Замечательный вопрос. Отвечать на него будем вместе с моим другом Умникусом. Знакомьтесь, пожалуйста, и профессором Клементиной Нестеровой. Ну что, начнем? Да, если вы хотя бы раз летали на самолете, то вам знакомо это ощущение, не очень-то приятное. На вопрос, почему оно возникает, нам ответила профессор, доктор отоларинголог Клементина Нестерова. Слушайте внимательно, это и Умникус тоже. Вы задали интересный вопрос. Когда самолет идет на посадку, наверное, вы обращали внимание, все дети до 3-4 лет дружно плачут. Как только самолет сел, все сразу успокоились. Почему так происходит? Оказывается, у нас есть ушко, которое открывается наружу, а есть еще внутри вот такая слуховая труба. И эта слуховая труба у детей маленькая, короткая, а у взрослых большая, длинная и широкая. И поэтому взрослые люди тоже чувствуют перепад давления на высоте, но они не плачут. А у детей маленьких слуховая труба маленькая, короткая, и она захлопывается. И получается, что на высоте давление большое дарит на перепонку, и человеку больно становится. Но как только самолет сел, давление выровнялось, и больно уже человеку не будет. Клементина Ивановна, ну а пока мы летим, и давление высокое, мы можем себе как-то помочь? Оказывается, нужно расширить вот эту слуховую трубу. А же расширяют ее таким способом. Можно закрыть носик и натужиться. И тогда слуховая труба откроется. Но это только если вы совершенно здоровы. А если вы не уверены, может быть, у вас есть насморк, тогда лучше закапать в нос простые сосудосуживающие капельки. Но только капельки, а не спрей. И тогда эта слуховая труба тоже раскроется, и вам не будет больно на посадке. Спасибо большое! Теперь мы знаем, что нужно делать, если в самолете заложило уши. Умникус, а давай расскажем ребятам еще пару интересных фактов о наших ушках. Оказывается, что каждое ухо человека слышит по-своему. При этом оно самостоятельно подает информацию в соответствующее полушарие мозга. Возле уха человека находятся каналы, которые выполняют функцию гироскопа и помогают человеку ориентироваться в пространстве и держать равновесие. Вот так. Ну что, ребята, мы на ваш вопрос ответили. Теперь вы на наш ответьте, пожалуйста. Правда ли, что у маленьких деток в самолете часто закладывают уши? Да. Не. Иногда. Молодцы, внимательно слушали. На сегодня все. Давайте скажем Умникусу и Клементине Ивановне спасибо. Интересуйтесь новым, задавайте вопросы. И вместе будем искать ответы. До новых встреч в эфире. Пока-пока.